Доброе утро всем, мои дорогие. 7 часов у нас. Сейчас буду одевать деток. Сержуня уже на работе. Дети сейчас меня будут ждать, я их одену, да? А папа? А и папа приедет. Смотри. Папа приедет и вас отвезет. Нет. Мама! Ну, мама же на работе. Мама же рабочая у вас. Да, Фонь? Нет. Да. Детки одеты. Садик. Антошка опять в новом, да, сынок, костюме. А мы со Степашей вяжем. Я даже оделась в кофту, потому что сегодня даже утром замерзла. Одела кофту и носки. В общем, сейчас ждем Сержуню, он повезет детей. Иди покажись, какой ты хороший мальчик. Ты куда собрался? Садик. Ты хочешь садик? А где ты хочешь быть? Новинка. У дедушки? А дома ты что будешь делать? Дома, мама. Дома кушать? Да. А в садике что ты будешь делать? Уроки. Уроки? Уроки. А ты там с детками играешь в садике, сынок? Нет. Нет? А с кем ты там играешь? А игрушечки там есть? Нету игрушечек? Да. А краски тебе дают рисовать? Нет. Нет? А карандашики дают? Там нет карандашиков. Нету карандашиков? Да. А есть там кубики? Да. Нету кубиков? Да. А что там есть? Краски? Там нет краски. Нету красок? Да. А, расскажи, а ложки там есть? Да. А вилочки? Да. А кружечки? Да. Ничего там нету? Да. А вот там нет. А воспитатели там есть? Да. А как зовут твою воспитательницу? Довгаль. Довгаль? Нет, это у тебя фамилия Довгаль. А воспитательницу твою как зовут? Майя? Майя Андреевна. А еще как? Наталья? Нет, Наталья Анатольевна. Дедушка Лёня, понятно. А Наталья Анатольевна? Есть? Да-а. Нету? Кулак. М? Кулак. Кулак мама. Тетя мама. А дуга мама. Майя, тетя Майя к нам придет? Майя Андреевна? Да. Он раньше говорил, тетя Андреевна. Она кола. Нам кола тетя Андреевна. Тетя Андреевна придет к нам скоро? Нам. К нам? Да. Мама Дена нам. Так, ты ничего не трогай, не вымазывайся. Иди к Антоше в комнату, сейчас уже папа приедет, тебе повезет. А мама будет работать. А на выходных поедем куда? Америку. В кино. На миньонов. Ты хочешь на миньонов? Почему? Я хочу кака. Какая кака? Кака. Так беги, какай на унитазик. Беги, садись. А вот. На горшок хочешь? Да. Ну иди садись на горшок. Привет, да, ждет папу. Я тоже хочу. Ку-ку! Ой, еще кто приехал? Здравствуйте! Привет, бабуля! Привет, родные, что тут у вас? Нифига же, Мафоню одели в садик. Ну что, у меня сейчас перекус. Это салат вчерашний. Помидоры, огурцы, лук со сметаной. А вот еще день рождения, осталась рыбка, я ее разогрела. В общем, мясо уже все доели, теперь будем рыбку кушать.
после обалденно вкусного перекуса буду готовить обед. На обед у нас борщ. Здесь уже картофель и вода. В общем, борщ будет постный, без мяса. Так что сейчас подсаливаю воду и делаю зажарку. Это у нас зажарочка. Я обычно все режу, но тут время. Поэтому порезала только лук, а морковку и свеклу потерла. Болгарский перец сейчас тоже порежу. Сюда же. В общем, сейчас пока все это обжаривается, тушится, я буду резать лук, болгарский перчик. Здесь уже картошечка начинает закипать. Вот такой будет скоростной борщ. Ну что, вот это поджарка красивая, краснючая. Обожаю, когда борщ именно вот такого бордового цвета. Не знаю, это прям еще мое детство. Бабушке всегда был вот такой вот темно-темно-красный борщ. Именно такой насыщенный, бордовый. Вот сюда сейчас добавила еще кубаночку, вот такую томатную пасту. Прям вымыла ее. Воды туда налила и вот так трясла-трясла. В общем, все вымыла. Вот. Что еще? Осталось картошку, зелень, чесночок. Вот сейчас вот это все хорошенечко потушится. Я добавлю все это к картошке. Сюда вот. И все. Потом капусту. И чеснок, и зелень. Что, вот такая вот красота получилась. Теперь будет настаиваться нам до обеда. А я пошла вязать. Все, класс. Запах очень вкусный. Что, вы будете собачью жизнь смотреть? Да, опять дети будут смотреть собачью жизнь. Да, Сашонь? Гришуля, миску, пожалуйста, убери на место. Зачем ты приходишь? Мам, лишь писать, надо было играть. Ну, как ты делаешь, блядь? Ой, тихо. 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 Ты-то кому ты принес? Обе. Мне? Еще вот это. Еще это мне. Языки крутит. Кто, Афоня? Да. Кому показывали? А ну покажи, как ты крутишь языки. Я сейчас покажу по губам сразу же. Не, бабушке покажи, как ты показываешь. А он так во рту крутит, наверное. А, ну-ка. А вот так, шипит. А что у него глаза красные? Верни. А что у него красные, не красные? Ты не плакал? Нет, все нормально, все хорошо. Ну. Как язык? А, Афанасий, ну ты не мой. То побился, то подрался, да? Ну правильно. А что по губам надает ему? У тебя как дела, сынок? Мама. А ты плакала, Фоня? А чё? Антоша, что ты разодрал, зая? Раночки. Вот эти, раночка вот эта на пальчике. Что это? Комарики потусят, мама. Надо мать. Так, все, мы довязали. Я даже уже съездила Магнит Косметик за собачьим кормом и за кошачьим. Там самый дешевый у нас в станице собачий кошачий корм. Магнит Косметики я видела. Вот, в общем, там купила две пачки того, две пачки того. Сейчас села, пока не забыла. Оплачу карточкой и куплю билеты на миньонов. Ну, гадкий я 3. Поедем, решили, в воскресенье. Не 8-го, день семьи, любви и верности, как все люди, а поедем 9-го, воскресенье. Вот, и заодно Антону Сергеевичу купим велосипед. В общем, сейчас буду оплачивать билеты. Да, и Даша к нам пришла. Гриша, что происходит? А вот ты куда? Я на огород. А что ты будешь рвать? Листики пойду рвать, буду сейчас огурцы закатывать. Нет! Поня с дедушкой. Хочешь покушать малинку? Я уже нарвала шпарышек. Сейчас еще хренчик надо вырвать для огурцов. Ты с дедушкой? Покажи, что тут бабушка. Морковку навязала пучками, да? Да, тройки. Повезет на базар. Да. Красавица. Поедет завтра в город. Да. Ты с дедушкой? Или с мамой? Будем выезжать. Не, мы выезжать сейчас. Тут укроп на зонтике. Так что сейчас буду рвать для огурчиков.
Так, я, в общем-то, нарвала, собрала все листики этого зонтики укропа, хрен, и вот здесь вот шпарыш. Еще сейчас листики черной смородины и вишни соберу, и все, листики будут готовы, и пойду еще рвать малину. Все листики сходила, собрала, это вишневые, вот они от черной смородины. Сейчас иду, уберу местечку собирать малину, а потом, как уже стемнеет, то буду огурцами заниматься. Сынок здесь катается, да, сынок? На машинке? Это трактор? Да. Ой! Туда! Туда буду! Дети в футбол. Папа косит. Так, я вот сейчас сколько? 9:30, да? Я только начинаю закатывать огурцы. Пока все приготовила, намыла огурцы, листики. Здесь, правда, плохо видно, намыты. Чеснок начистила и вот баночки. Сейчас буду все раскладывать. Начнем с литровых. А я потом сниму, как будто это я закатал. И как ты это снимешь-то? Ну как, я вот сейчас положу один огурчик, и это все, и выставлю. И рюмочка такая, так сразу. Да. Так, ну что, мне получилось, сколько получилось? 4 баночки. Сейчас я подожду, пока закипит вода, и все это залью кипятком, накрою крышечками, и это все у меня будет стоять до того состояния теплого, пока я не смогу взяться за руки, ну, то есть, чтобы вот так вот банки вылить. Вот, осталось 4 огурчика, это завтра нам на салатик, листики остались, я их не выбрасываю, потому что завтра моя очередь собирать огурцы, так что буду опять закатывать. Здесь вот желтиков сколько, посмотрите, вообще есть желтые, есть крупные, я их не выбрасываю, пока стоят, на салат тоже их будем брать. Вот, а такие, конечно, которые есть, он как бы немножко крупноват, но все же в банку залазит, поэтому я их тоже закатываю. Все, все разложила, все также что здесь у меня, зонтики укропа, как я говорила, вишня, смородина, хрен и шпарыш. Вот не знаю, для чего шпарыш, мама говорит, что для хрусткости, но огурцы у меня всегда вкусные, мне они очень нравятся, так что всегда закатываю по одному рецепту с огурцами и с помидорами. Вот первый год. Знаете, когда мы переехали, то я же еще экспериментировала. С огурцами нет, потому что я мама этот рецепт, и он нравится нашей семье. И по соли, и по сахару. В общем, он вкусный. Поэтому именно им и пользуюсь. А помидоры я там с поваренка кучу-кучу всяких интересных рецептов пробовала и с чесноком, и с луком, но самые наши любимые это с болгарским перцем. Такой немного сладковатый рассол, который можно пить с удовольствием, он очень приятный. Там даже сахара больше, намного даже больше, чем соли. Вот. Да, что такое, комары летают? Тут столько комаров вообще, тем более я сейчас тут свет включила. Смотрите, тут они разлетались на мясо, на меня тут налетели. Хотят меня съесть. Вот, так что я пошла. Сейчас буду следить за водой. Как только она закипит, я залью огурчики. Накрою их. И они будут остывать потихоньку. А я пока помою посуду. Так, ну что, пока огурцы там стояли, я здесь перемыла всю посуду. Много чего перемыла, потому что у меня случилось сегодня такое ЧП. Достала я, в общем, стаканы с посудомойки, а они были все в таких эти мелких-мелких кусочках еды. И после сушки это все прилипло. Было это ужасно, конечно. Я потом поехала в Сангистиль, купила вот такую вот штуку. Это очиститель. В нем было такое, типа, двухфазное средство для очистки для посудомоечной машины. В общем, нужно... Здесь был такой стикер. Я его оторвала, перевернула, поставила вот так вот в посудомоечную машину и включила на режим, в котором больше 65 градусов. В общем, горячая вода моется. И
потом еще раз даже включила, потому что здесь прям написано, что это химия, там тра-та-та-та-та, и мне как-то, я потом эту всю штуку выключила, вытащила, просто включила посудомойку без ничего, без посуды, после вот этой химии еще раз, не знаю зачем, но в общем так сделала, сейчас вот посуда помылась после очистки, ой, и могу сказать, что все нормально. Здесь никаких нету. Я не знаю даже, что это было, почему, что там было засорено. Ну все, она вот, видите, вся блестящая. Стекло, то есть на вот таких вот, на керамике этого не видно. А вот именно на стекле прям очень видно. Поэтому как-то, блин, что теперь, стаканы не мыть, что ли, в посудомойке? Так что все отлично, все помылось, я рада. И, в общем-то, про огурцы. Воду я слила. И нужно считать, сколько, в общем, по рецепту 1,5 литра жидкости, ну, воды, да, 2 чайные ложки соли, ой, врешу, по рецепту, в общем, 1,5 литра воды, 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 50 миллилитров, я наливаю рюмочку уксуса. Вот здесь вот у меня как бы как на 3 раза, то есть на 3 раза по 1,5 литра. Естественно, рассол останется, я его потом выливаю. Вот, так что кладем сюда. Получается 3 на 2. То есть по 2 на каждую 6 ложек соли кладем. Так, раз. Два. Холодную воду. 3 4 5 6. Так, далее. Соль убираем. Так, берем сахар. Получается, сахара нужно 3 столовые ложки. Так, 1. 2. 3. И теперь еще 3 рюмочки уксуса. Я его сразу добавляю, потому что могу потом забыть. Вот, и ставим кипятиться до закипания. Уксус я, кстати, 9% столовый. Добавляю. 20 рублей вот бутылка. Так, вот в такую рюмочку, 3 рюмочки, в общем, добавила уксуса. Все, теперь вот это все стало такое мутное. Ставлю на огонь, как закипит, буду добавлять все в банки. Так, ну что, все, первые 4 баночки готовы. Теперь их хорошо укутываю. И что? И все, и спать иду, потому что уже... почти 12.